Песок на улицах города, около бордюров и особенно в ливневых канализациях. Все это остатки песко-соляной смеси. Если зимой она действительно помогала, то сейчас от нее один только вред. В теплую погоду это пыль, которой мы дышим и которая оседает на предметах одежды. К сожалению, смесь засоряет истоки. В дождь это особенно заметно. За минувшую зиму на улице Рязани высыпали 18 200 тонн песко-соляной смеси. Ежегодно очисткой улиц занимается дирекция благоустройства города. Ежедневно 10 бригад дирекции благоустройства города, 4 пылесоса, порядка 20 единиц специализированной техники занимаются вопросом сбора вот этого песка. По словам Владимира Луканцова, быстрых результатов ждать не стоит. Улицы города очистят от песко-соляной смеси в ближайшие 2 месяца. А пока нам остается только наблюдать за плачевной ситуацией на дорогах. Есть и хорошие новости. Со следующей зимы в Рязани начнут применять реагент под названием «Бионорд». Химических соединений в нем больше, а песка не будет вовсе. Это не означает, что сцепление шин с дорогой станет хуже. Реактив «Бионорд» гранулированный. Его уже успели протестировать на улице Почтовой. Жалоб от людей пока не поступало. Полноценно его начнут использовать следующей зимой. И только тогда можно будет понять, чего от «Бионорда» больше – вреда или пользы. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город».